Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. На дзен-канале Ольга Титова «Вязание спицами и крючком» я увидела кельтский орнамент, связанный из ниток. Трудно нарисовать кельтский орнамент, еще тяжелее его связать. А чтобы сделать его из проволоки, я размышляла об этом долгое время. Потом увидела в Pinterest что-то похожее. Сегодня мы сделаем серьги кельтские мотивы. Отмеряем 35 сантиметров проволоки толщиной 0,8 миллиметра. Чтобы орнамент получился более ровным, я буду использовать зажимное приспособление для моделирования проволоки Wig Jig. Можно использовать его аналог. Устанавливаем штырьки в заданном порядке. Складываем проволоку пополам. Образуем форму капли. Нанизываем каплю на 4 штырька и обжимаем инструментом, чтобы получился квадратик. Снимаем со штырьков, зажимаем инструментом и скручиваем два конца на 180 градусов. Снова нанизываем на 4 штырька и начинаем обводить штырьки правым концом, образуя полосы. Приставляем еще два штырька и левым концом обводим вокруг них. Снимаем заготовку и начинаем переплетать. Формируем полоски из левого конца и переплетаем их с полосками из правого конца. Скручиваем два конца вместе и делаем петлю. Выравниваем плетение и слегка отбиваем на наковальне. Делаем чернение любым удобным для вас способом. Как делать чернение серной мазью, смотрите подсказку. Шлифуем войлочным диском с использованием полироли, затем промываем в мыльном растворе и в воде. Чтобы серьги не окислялись, можно их покрыть разведенным в ацетоне цапан-лаком. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч, друзья!